Привет, братья и сестры. В общем, списал с меня Яндекс активность. Было 90, стало 85. А по какой причине, сейчас расскажу, что вообще произошло. Сижу я дома, как всегда, активировался на смене, жду заказы. Активность у меня на уровне 90 градусов. Ну, я условно называю 90 градусов, потому что активность непонятно в чем измеряется. Чтоб вы понимали. У меня периодически пропадает интернет, получается. То есть, то нету. Ну, плохо интернет ловит. Обычно заказы приходят, все нормально. Звуковое оповещение. А тут ничего, звукового оповещения не приходило. Пропущенного заказа в истории нету. Активность у меня за заказы не падала. То есть вот отчет сейчас прилагаю. Вот. Думаю, в чем дело? Что произошло-то? Не понимаю. Пишу в поддержку. Такой вот вопрос, что у меня проблемы с активностью. Куда-то исчезло. 5 градусов активности. На что поддержка ответила, что я им еще пояснил, вот тоже скриншот, что за пропущенный заказ обычно списывается 8 баллов, а у меня списалось 5 баллов, 5 градусов этих активности. И в отчете, где активность, отчет, там ничего не прошло, эти минуса 5 баллов нету никаких. То есть они просто взяли и испарились. Градусы эти. Ну что, поддержка мне ответила, что возможности вернуть баллы, ну, активность не представляется возможным. Вот и все. Вот так вот у меня обокрали на 5 баллов активности. 5 градусов активности. И ничего не доказать. Хотя скриншоты предоставил им. Вот что делать в таком случае, не знаю. Иду сейчас отрабатывать эту активность, градусы эти нарабатывать. Надо сегодня 5 градусов наработать. Возможно, получится что-нибудь у меня. Ну, чтобы потом можно было дома активироваться, там, часа 3-4 сидеть, ждать первого заказа, а потом уже выходить на работу. А сегодня пришлось сразу активироваться и идти на работу, потому что в своем районе я буду сидеть, заказы долго ждать, а минималку мне не будут оплачивать, потому что у меня 85 градусов. Так что вот такие дела, такие беспредельщики. Яндекс. Пока, до связи.